Николая II, многократно обошел. «13 ноября 2020 года закончилась земная жизнь дорогого и близкого нам человека Игоря Евгеньевича Смыкова. Это невосполнимая утрата для всех нас. Игорь Евгеньевич был видным общественным деятелем. С 2009 года он являлся президентом региональной общественной организации «Православная миссия по возрождению духовных ценностей русского народа». С 2006 года был заместителем председателя Наградного комитета «Слава России», заместителем председателя Всероссийского монархического центра по региональной политике, членом экспертного совета Общероссийского общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», главой ордена императора Павла I, заместителем председателя Имперского общества ревнителей памяти императора Павла I, председателем Имперского наградного совета, казаком конвоя памяти святого царя страстотерпца Николая II. На протяжении многих лет Игорь Евгеньевич совершал крестные ходы со святым мироточивым образом государя-императора Николая II, освящая всю стихию, некогда поруганную богоборческой властью. Многолетнее неутомимое жертвенное служение Игоря Евгеньевича истощило его жизненные силы, и после болезни Игорь Евгеньевич приставился ко Господу. «Скорбит казачья община Невская сечь, скорбят казаки-конвойцы». Игорь Евгеньевич был членом конвойского движения, казаком конвоя памяти государя-императора Николая II. Скорбят конвойцы Хоперского, Иркутского, Самарского, Тобольского, Карельского, Белгородского, Кубанского, Сочинского, Крымского, Благовещенского и Ставропольского отделов конвоя памяти государя-императора Николая II. Все мы скорбим и молимся царю-страстотерпцу Николаю, чтобы по его молитвенному предстательству перед престолом Всевышнего Господь вселил душу усопшего раба Божьего, новоприставленного воина Игоря, в свои райские обители. Невосполнимая утрата. Но мы, верующие, памятуем, что у Бога нет мертвых, у Бога все живы, и мы будем пребывать в молитвенном общении, молитвенно воздыхая о новоприставленном рабе Божьем, воине Игоре. И наша память будет свято хранить в своей сокровищнице подвиг верноподданнического служения в деле возрождения доброй памяти государя-императора Николая II и его августейшей семьи и память о погибшей великой русской империи. Игорь Евгеньевич своим служением смог зажечь свет любви к последнему русскому императору Николаю II, и этот свет теперь светит в сердцах десятков тысяч людей, которые видели его православную поступь с мироточивым образом государя в победоносном шествии за Христом. Светильники наших сердец, которые зажег Игорь Евгеньевич Смыков, будут светить во тьме кромешной мира сего в нынешней жестокой действительности, и тьме этого света не объять. Вся наша казачья община Невская сечь и конвой памяти государя-императора Николая II молитвенно воздыхают в эти скорбные и печальные дни. Господи! Со святыми упокой душу усопшего раба Твоего, новопредставленного воина Игоря, и введи его в селения праведные, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но есть жизнь.
бесконечная. Аминь. Патрон! Затвор! Шеренга! Дай изготовку! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 28 ноября 2020 года в 3 часа 40 минут закончилась земная жизнь подъясаула Владимира Васильевича Берегового, казака хутора Бытха, Хостинского района города Сочи, казака сочинского отдела конвоя памяти государя-императора Николая II. Все мы понесли невосполнимую утрату. Враг рода человеческого выхватил из наших рядов верноподданного государя-императора Николая II казака-конвойца Владимира Васильевича Берегового. Очень непростое и лукавое нынешнее время, время пандемии. Брань с врагом рода человеческого начинает приобретать видимые формы. Губительное поветрие уносит жизни настоящих воинов во Христе, которые своим жертвенным служением стояли на страже духовной безопасности нашего государства российского. Но знамя нашего шествия за Христом всегда подхватывает идущий рядом, потому что только вместе мы сила, а порознь мы добыча для врага. И мы, верующие, имеем надежду, что верноподданническое служение атамана, казака, казака-конвойца Владимира Берегового будет вписано в книгу жизни на небесах. Духовник конвоя памяти государя-императора Николая II, архимандрит Гавриил Коневиченко и все конвойские подразделения – Хоперский, Иркутский, Самарский, Тобольский, Карельский, Белгородский, Кубанский, Сочинский, Крымский, Благовещенский и Ставропольский отделы конвоя памяти государя-императора Николая II молятся, чтобы всемилостивый Господь со святыми упокоил душу усопшего раба Божьего, воина Владимира, и удостоил его высшей награды – Царствия Небесного. Аминь. Пали! Thank you.
Не без воли Божьей вы пришли в этот мир. Не без воли Божьей вы творите ваше великое дело. Я вновь и вновь могу видеть плоды ваших трудов. Я вновь и вновь вспоминаю всю ту помощь, которую вы оказывали всем храмам, где я служил. Это и в Старой Ладоге, храм Божества и Предтечи. Это и в Знаменке, Петропавловский храм. И, наконец, это храм Святой Ольги, где я, игумен Евстафий, служу ныне. И в этом я вижу залог того, что ваша деятельность так нужна всем нам и нашей замечательной России. Спасибо вам. Идущие завтра, идущие цели, идущие только и только вперед, о многом мечтая, но что не сумеем, поможет доделать, кто рядом идет. Идем над обрывом, зовет нас дорога, зовет нас вершина. Скоро идущих умножится рать. В России пути не бывают простыми. Внимательно слушай, держи зорче глаз. Покуда мы вместе, сердца не остынут. Друг друга поддержит дороги не раз. Идем обрывом, зовет нас дорога, зовет нас вершиной заветной гора. Сегодня мы знаем, пусть нас и немного, но скоро идущих умножится рать. И петь мы не будем походную песню, молитва в походе сильна и проста. Смотри, к нам снисходит таинственный вестник, и в нем мы узнаем посланца Христа. Идем над обрывом, зовет нас дорога, зовет нас вершиной заветной гора. Сегодня мы знаем, пусть нас и немного, но скоро идущих умножит.